стал MVP самым ценным игроком суперфинала итальянской серии А и автором победного гола в финале. При том, что Катани долгое время вела в счете и уверенно, казалось бы, контролировала ход поединка. Йоранс Гомес сотворяет еще одно чудо. Удар, не берущийся через себя, и дубль этого ужасного в хорошем смысле испанца. 80-й номер ЦСКА. Эмоции крупным кадром планом. Йоранс Леон Гомес. 3-2. ЦСКА впереди. 48 секунд. 48,7 до завершения основного времени матча. Из-под Сергея Паникина. Не мог снимать мяч с ноги Паникину. Йоранса отлично. Испанец его подбил вверх головой. Контролировал его. И поэтому единственное, что оставалось Паникину, это выпрыгивать вертикально вверх. Как-то пытаться по, что ли, волейбольному блокировать этот удар. Но не вышло. Такую высоту.